Thunderbirds. Thunderbirds. Привет всем! Сегодня у нас обзор игры «Громовые птицы», выпущенной в 1989 году фирмой Grand Slam в ассоциации с Рисом Джерри Андерсоном. По сюжету наши спасатели Алан и Брайанс должны спуститься в шахту. Сначала мы одеваем Алана, берем ему карманный фонарик и масленку. Для Брайанса же нам надо взять масляный фонарь и любую другую ерунду. Она нам тут не понадобится. Итак, переключаемся сразу на Брайанса. И начинаем бродить по нашей шахте. Медлить нельзя. Ее у нас по горло. Выбрасываем нашу елду, которая нам нужна. Поднимаемся вверх. Осторожно проходим. Выкладываем и фонарь заодно. Он нам пока не понадобится. Здесь нам надо взять гаечный ключ. А с другой стороны лестницы надо взять молоток. Берем кувалду от управления так себе, конечно. Поднимаемся вверх. Вот наш лифт. Используем гаечный ключ. Чиним лифт. Нет, используем кувалду, чиним лифт. Ну что, русская шахта, ясно понятно. Сразу же залазим в наш лифт и поднимаемся. Кувалду, в принципе, можно выбросить, она нам больше не понадобится. Забираем плунжер для динамита. В общем, плунжер. Он же взрыватель. Машинка, адская машинка. Так, гаечным ключом чиним компрессор. Наш насос, который будет откачивать воду. Если мы это не сделаем, то через какое-то время шахта начнет затапливать. И мы проиграем. Так, теперь снова спускаемся вниз. Гаечный ключ нам уже не нужен.
метра от лифта. Через определенную комнату. Как смешно где-то было написано в одном из прохождений. Фонарь нужен для того, чтобы в комнатах было светло. А если же не взять фонарь, там будет темно. А в темноте мы не увидим воздух и задохнемся. Такая хохма. Используем все это дело в кучу. Бабах! Вот он завал пропал. Выбросал лишнее, заверял наш фонарь, двигаемся дальше. Миссия Брайанса практически закончена, надо переключиться на Алан. Алана спускаемся вниз. Забираем лестницу, потому что здесь мы упадем.
лестницей, мы перекроем вот эту яму как раз. Пользуем лестницу. Скажем, где-то тут еще будет яма. Около старой тачки и потихонечку толкаем эту тачку дальше. Она нам закроет очередную яму, куда мы могли упасть. Сейчас нам надо забрать отбойный молоток. Возвращаемся для этого назад. Забираем отбойный молоток и двигаемся дальше. Доходим до лифта и спускаемся на лифте вниз. Этот лифт рабочий, очень не надо. Забираем шланг. Шланг подключаем к компрессору и используем отбойный молоток в этой стене. Стена пробита. Бросаем ненужные нам вещи. И идем дальше. Дальше мы оказываемся с нашими товарищами, спасателем Брайансом и каким-то хреном зовут, как его зовут, шахтером. Все,
дела у нас улетают сейчас на веревке, вверх поднимаются. А Брайансам приходится идти к самому началу той локации, откуда он стартовал. Вот и все. Первая миссия пройдена. Пароль рекавери для следующей миссии. Спасибо за внимание. До новых встреч, друзья.